Ну что, Джамаль, как у тебя ощущения здесь на острове Самуи? Хорошо. Мы берем у вас интервью, так что отвечайте. Запарили вчера от дороги? Да, вообще жара. Жара, духота? Да. А вообще здесь нравится? Ну, я в бассейне. Только бассейн? Только бассейн, Джамаль? Да. Бассейн лучше. Я там на жилье в воде. Да. Ну, снимем наш домик, где мы живем. Живем мы. Вот наша вилла. Такой замечательный вид. Прямо у подножия нашей виллы. Да, видео не передает. Но это нужно видеть? Да. Если звука нет, значит ты чистая, безгрешная. Наоборот. Давай, давай, давай. Не, надо стильно сделать. Сейчас хочу. Ну, Патрик, когда надоест, я расскажу секрет. Оттереть? Да. Не надоело, пока я делаю. Давай ты теперь пойти. Давай. На, держи. Камиль, ты хочешь потереть? У детей очень хорошо получается. Да? Ну как? Не, тебя, но все равно тоже чистый. Джамаль, иди, хочешь потереть? Давай. Можешь давай. Не мочить, можешь это просто потрепать. Нет, лучше намочить, да? Надо? Да, не надо. Все. Ты хочешь потрепать? Не хочешь? Секрет рассказывай. Рассказывайте. Подушечки. Ловите,
Да ладно. Я делаю. Все не так. Устал? Давай. Окей. Давай. Дотрагивайся. Прям видно? Да. Я не бойся. Вон свет. Опа. Опа. Получилось заснять? Да. Вот снизу. Да вот снизу. Все. Все? Все есть. Все есть. Все понравилось. А то боялся. Все? Мы находимся на пипец какой высоте. Не идет что-то. Это вот это, да? Она будет снизу. Итак, вот он, наш номер, вилла. Сегодня наконец-то мы сходили в супермаркет. Так, и вот что у нас есть. Так, мы пошли вечером, поздно, а у них утром одна цена. А после обеда уже другая цена. Суши, если стоили 59 бат, то вечером уже 40 бат. Так, это суши всякие, суши у Хрюши. Может быть, мы суши этот бар откроем, назовем суши у Хрюши. Так, это тоже какой-то суши. Это как называется? Где? Вот это, красное. Оранжевое. Как-то она мне говорила, уже не короче, помню. Короче, что это такое? Похоже на морковь. Это вот вкусом фрукт. Аппетитный папайя, цыпленочек. Кажется. Так, это вот типа грейпфрут. Джекфрут, но он не такой вкусный, как в Паттайе. Помело называется это. Вот это помело? Вот это помело, это джекфрут. А джекфрут сколько килограмм весит один плод? Не помню, сколько он. 3 килограмма, что ты говорил? Так. Огромнейший. А это наш это у нас... Фанта клубничная, это спрайт,
тайский. Надо выпить. Это вот всякие пончики. Какие вкусы пончиков? Это у нас клюква. Это у нас клюква, клюква. Баварский крем. Так. А это уже разные вкусности. И все это у них очень дешево по сравнению с нашим казахстанским ценами. Это кексики. Это банановые, вот, кстати. Свежие фреши, срок годности один день. Поэтому нам надо срочно их выпить сейчас. Да не вопрос. Мы уже до этого выпили. Так, а это... Это рыбка пиво. Это значит с острым вкусом, она сказала, чуть-чуть. Ну, ты же любишь с этим. А это простая, солененькая, без ничего. Солененькая рыбка. Это у нас Алена, и теперь мы переходим непосредственно к пиву. Переходим в Кутана, это наш пив-бар. Пив-бар. Ну, пойдемте, пойдемте, покажите нам экскурсию. А вот это у нас, значит, здесь. Соус. Ну, начнем отсюда. С воды, да? Это воду, вода, которую нам дают бесплатно каждый день. Это вот мы... купили к пиву. Папа что-то там столько орешек всяких набрал. Ужас. Это все к пиву. Фисташки. Дальше такое. Это какие-то тоже фисташки. Какие-то орешки. Что-то папа с голоду, наверное, голодный был. Это... это лист. Натуральные соки, 100% натуральные соки. Это 100% натуральное тайское пиво. Так, тут есть пиво классическое. Это пиво, которое любят женщины. Это пиво Чанг Лайт. Подожди, подожди, Ален. Камера считается. Это Чанг Классик. Это что за пиво? Это Чанг... Что-то там такое. Так, это у нас... что-то у нас ждет же, это крокодиловое. Крокодиловое мясо, да, с ним. Так, это вот все 100% натуральный сок. Это какие-то чипсы к пиву. Чипсы зачем-то папа набрал? Папа выкинул чипсы к пиву. Тайских, рыбка. Тайских нет. В общем, вот так классно выглядит кухня с таким баром. У нас еще на твою днюху есть этот Малибу. Малибу. А сейчас он будет пить. Белиз? Белиз. Или пиво? Такой выбор стоит у нас. Разделиться. Что пить? Это вот порошок. Порошок? Какой ты порошок взяла? Здесь пожизненное заключение за порошок. Так, это вот наша ванная. Ванная. Сказала, завтра придут, снимут, поставят другой. Течет. Правильно, пусть делают. Хотим удобства. А ты что папа еще набрал? Это детский шампунь. А зачем? Детей мыть. Ну ладно. Я думаю, взрослый помоем. Тогда давай сейчас помоем. Это вот... вроде же пена же, да, для бритья? Почему она жидкая? Ой, а какая она должна быть? Это гель у тебя. Гель? Это густой. А пена, она это... это гель густой? Шевель. Это пена жидкая. Нет, а у тебя сейчас это пена. Пена? Она не густая. Да. Она такая. Она такая, она какая. Так, ну здесь вот ванная. Можно открыть шторки и будет вообще открыто. Сейчас не будем открывать. Ну, естественно, каждый день. Большие чистые белые полотенца. Вот, интересно, у них унитаз. Всегда здесь вода. И же мама думает, что он не смывает. И потом смотрите как. Смывается, ушла и опять набирается. Почему, почему у них унитаз не смывается? Душ-кабина.
88-15. Так. Это вот наша спальня. Я с вами хочу. Да. А что вы здесь кондёр не включите, Тима? Ну вот, на сегодня все. Ну, пока я снимаю видео. Пока видео, я заготовила там тазик, ручку, там. Как блондинка сейчас разговаривает. Ну, давай, клади, попозируй. One minute. Довольный такой. Ты что там дергаешь? Ну держи сам. Я ж себя дергаю. Попробуем скраб массаж. Ice? Ice is...
8 число. 18 декабря. Да. Откуда вы пришли? Мы идем. Я пришла. Довольная, как не знаю кто. Мне сначала сдергали шкуру грамом. Все болело. Потом маслом намазали. Это нормально. Это у нас легкий обед. Ты пробовала это мясо? Да. Ты не пробовал? Нет. Не очень спробовала, вкусно. Джамаль плюхнулся в бассейн. Хамиль? Камиль? Кушать будешь, Камиль? Что? Кушать будешь? Кушать? Да. Я видео снимаю. Что ты там играешь? Ну, покажи. Это фантастика. Да? Ура! Победа! Я пропал уровень! Ты большой! Давай. Да? Нямай, пойдем, я тебе покажу. Я прошел до большого. Большого? Нет, я прошел, и ты. А ты зайди в него. Посмотри, там есть звездочки или нет. Давай попробуем дальше трогать. Видишь, я уже играл в это. Да. Откуда вы? Алматы? Алматы? Да. Вы тоже? Да? А-а-а. Позавчера. Аккуратно купайтесь. Вот. Вы давно здесь? Привет. Через Сан-Сити, да, вы приехали? А? Через Сан-Сити или через какую компанию? Здравствуйте. Вот так казахи красиво на острове Сомы. Вот замечательный человек Мирлан. Он усилил, мы усиляемся. А-а-а. И вот так, сними. Будет все трястись, но это тебе надо снимать. Ты же знаешь. И гвоздь программы это гуд. Вот эти рыбки очень вкусные. Вы сюда поселились, в этот домик? Да. А там другие были вроде, да? Или показывали, не захотели. Утром показывали других. Заходили. А, показывали? Наши были, да? Ваши были? А выселились другие уже? Не, выселились мы знаем все, а просто это, заходили женщины, девушки? Да, да, мои. Это мои. Вы, да, вместе? Ага. Вам? Ой, нет, Камиль, давай я сейчас, мы только сделали массаж. Ну, купаться дают. Все? Давайте. Это папа наш. Тайская сила. Спасибо. А? Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
Это местная? Она с самого начала вот встречает и все время почему-то здесь она. А, вы что-то хочешь? Везде, говорит, да, нет, везде говорит, это самое, свои собаки. Да? Да. А там по пляжу ходят вообще такие жирные. Жирные. Откормить его надо. Ой, видео идет. Сейчас, секунду. Итак, у нас сегодня обзорная экскурсия. Накануне концерта. 21 декабря 2012 года. Это наша тетя Наташа. Заказать тебе Кирилл, тебя солнышко поцеловало? Да? Очень сильно. С любовью. Что так вот боишься? Вообще-то это не наша тетя Наташа, это какая-то модель сегодня вместо нее приехала. Это не Наташа. Это сотрудник сегодня приехал. Ну. Что-то он грузился, так и не загрузился. Может, мы просто не знаем, нажимаем. Это этот фонарик ваш? Нет. Тот фонарик дома. Мы надеялись в интернете подключить, через интернет, чтобы он поехал. Надо мне будет этот. Наверное, бесплатный вот этот, он медленный, поэтому. Да нет, бесплатный. Но у нас цены ресурсы выйдут. Надо посмотреть. Может, мы просто радужные туда нажимаем что-то. Радужные флаги. Проехали. Знаешь, что такое? Что это такое? Не, я не видел просто. Ну, флаги радужные. Ух, ничего себе, это... Охренеть. Надо сюда. Что там было? Нет, вот сейчас там... Да? Пап, что из там всяких было? Металлических датчиков. Дорого стоит? Ну, маленькие там от 800 есть 2,5, большие не знаю. Ну, так, прилично. Маленькие мы видели в Паттайе. А вот таких здоров и денег я впервые видел. 2300 стоит. Раз, сколько? $2300, да? Overwater River. Какое название?
Пока. На ресепшене не располагались две качели замечательные, да? Вот это моя любимая качель, на которой я обычно сижу и жду туристов. Да, и здесь прям, значит, понимали с вами сторонние дороги, да? Электрокары, которые работают 24 часа в сутки, они спускают вниз и поднимают вверх по первому требованию, да? Соответственно, мы сейчас с вами поднимемся немножечко пешком, прогуляемся, да? По этой лестнице, это декор, да? Да, да. Я когда приезжаю, Наташа мне говорит, по воде подниматься, да? Нет, да. А я-то думал, по этой лестнице. Давай, сюда. Сейчас мы едем с вами на первый этаж, то есть мы стартуем с нулевого, с наземного, едем на первый. То есть, как вы уже заметили, это два совсем противоположные курорта, да? Один в традиционном тайском стиле, этот более современный. Как я говорила, мы показываем и тут, и другое, а вы уже в дальнейшем выбираете, где он нужен. Здесь видим. Можно прийти, позаниматься. Женщинам всегда рекомендую мячики, да? Минимальная нагрузка на позвоночник, максимум вверх, да? Пойдем, Камиль. Да. Туалетная комната, здесь три бассейна, два взрослые, один детский. Вот, к сожалению, сейчас свободных апартаментов нет, чтобы вам показать, да, но вы так просто посмотрите, здесь на каждом балконе стоит ванна джакузи, да? То есть здесь есть кухня, но есть джакузи. Один корпус, четырехэтажное здание, да? Также есть домики, но это на двоих, Т0, то есть со своим собственным бассейном. Домики находятся прямо над бассейном, и в комнате такое вот есть место, где стеклянный пол, и видно, как плавают. То есть индивидуальный солярий, также в вашем доме стоят, да, то есть можно открыть тент, сделать себе выход, но это комната, вот смотрите на домике. А рядом что за отель? Это корпус «Замороженное строительство» сейчас.
дело в том, что 2 года назад случилось наводнение. Была еще на Челенге первая береговая линия ОКСИ. Вот. Но наводнение именно затронуло наш участок пляжа. Там был бассейн прямо на пляже, да, то есть можно было установки. Затопило и повредило ряд корпусов. То есть сейчас деньги переключили туда. Ремонт и восстановление это пока заморозили. Вот туда вы нам предлагаете, да? Нет. У нас еще есть 2 стройки, 2 стройки, которые будут вот. Обалдеть. Значит, хочу передать всем привет, особенно себе, когда я буду просматривать и вспоминать этот блаженный отдых здесь. Перед концом света. Да. Завтра, кстати, у нас намечается конец света, 21-е. Слава детям. Наши дети. Камиль! Чего ты не купаешься? Давай, иди, прыгай. Иди, прыгай. Это сирочек? Да, давай. Сирочек? Да, давай, плыви. Сейчас. Камиль, ты плавай. Что? Ты плавай. Я хочу посмотреть, как я Покажите, как я прыгну. А, видео идет. Ну, видео идет. Привет, видео. Да, я не знал, что завтрак может быть очаровательный. Вкусно. У меня аж так живот наполнился. Я как никогда. Да. 2 этих съела. 2 порции. Чего, счастлива? Да, конечно. Со всех ракурсов. Ура! Где именно в Таиланде ты находишься? На Коса Самуи. Привет, от Коса Самуи. Покрасить волосы. $50 за это все. Придется прятаться, винить. Я расслышу.
Иди купайся. Наталья говорит, ну вот так получилось, извините. Ну накажи меня. Че не купаешься? Сейчас пойду плавки одену. Блин, Джамаль, подойди к маме.
2 декабря Таиланд был прошел со мной. Конец света вчера был. Вчера солнышко было. Сегодня вот тропический ливень. Ливень как и ведра. Пипец бушуется. О, гром такой.
с ним жена. Видео идет. Такая. Молчи, не пятна. Давай я тебя сниму. Ну, вот это вот бассейн общий, где мы были. Рядом с ним террасы, на которой мы завтракали. Что вы можете сказать о завтраке? Завтраки. Я столько съедаю. Что вы едите? Я наконец-то сегодня нашла оладушки. Мимо которых мы столько ходили? Да. Почему-то туда я и не думала выглядеть. Среди множества разнообразной тайской кухни мы не могли найти оладушки, которые Алена видела за соседними столами, готова была сорваться и забрать у них. Сегодня совершенно случайно мы обнаружили, что оладушки лежали прямо рядом с тем столом, где мы обычно завтракали. Наелась? Да, это вообще же я. А как вам джем? Джем? Обалдеть, джем. Из натуральных же фруктов. Смешанный торт, это настоящая клубника, лимон, апельсин, это не передать словами, это настоящая тайская клубника, выращенная на жидкостях, которые уходят в сточных водах. Курорта Паттайи, ой, Самуи. Самуи, они почему-то не Самуи, мы же по Самуи, они Самуи, просто вот так вот. Вон возвышенный внутри вилла. Сюда мы выходим. Сразу попадаем в кусочки большой бассейн. Сейчас на котором мы завтракаем. Где же проходят тайские ночи, это барбекю или морепродуктов. Это дорожка, ведущая вниз, к пляжу. Все очень удобно, рядом. Отель 4 звезды. Это вон там Джамаль вышел из нашего номера. Ты куда, Джамаль?
Здесь у нас индивидуальный бассейн. А внизу замечательный вид. У нас три входа. Можно войти через спортивную дверь. Это цветочки на день рождения Алены, которые подарила гид Наташа. Традиционный тайский стиль. Вентилятор без шума. Слава Богу. Это постигли раскривушку, так как нас четверо. Так. Джамаль, давай кремом мажем. Сижу, прихожу, плачет. Папа. Джамаль? Камиль, ты посмотри, как она плачет. Ох ты. Сгорел. Сейчас, думаю, крем намажу. А чё плачет? Ну, то, что кожа как облазит. Бедный. У меня не сгорел. Не сгорел. Сейчас красивая кожа. Так. Ну, вот это наша спальня. Огромная кровать, на которой мы не спим. А спят дети. Наша кухонька. Так. Не надо, мам? Туда не плачь. Сейчас я быстренько раз. Ты же говоришь, что тебе не больно или что? Али? Это вот наша ванна. Все. Пойдем в ну и, пожалуй, на этом наша обзорная экскурсия закончена. Сейчас идет камера. Вот так тебе. Да, да. Поехали. Еще раз давай. А тут тонко вот пошла. Давай, поехали. Два, три. Давай. Иди, сняли. Сняли. Давай. Поближе, мама, подойди. Я увеличила просто. Давай, так.
Хотели Супермена. Он летит, да? Ты летишь ко мне? Что он такой красный, опять не загорит? Прыгай. Мам, все? Да, прыгай. Заснимали видео. Да. Заснимали видео. Засняли, видео идет же. Давайте видео покажу. Сейчас покупаешься, а потом выйдешь. Как у тебя? Как у папы? Да? Давай вместе так живем, как мама. Смотри. На мамку туда. Давай. Ладно, говорила. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пока. Пить хочешь? А вода вот есть. Прям.
Спасибо.